Сейчас мы с тобой примеряем тапок. Вот сюда садись, пожалуйста, вот сюда. Так, снимай вот с этой ноги тапок. Так, в сторону. Одевай пакетик. Пакетик. Надевай пакетик. Да, на ножку, да. В уголочек. Вот сюда в уголочек, вот так вот. Все, держим, да? Сейчас, Женя, отойди. Отойди, Женя. Сейчас мы все покажем, да? Зачем пакет? Я тебе сейчас покажу, зачем пакет. Так, вот смотри, этот тапочек еще не до конца сделан. Он не мыльный? Нет, Машенька, он не мыльный, он мокрый, поэтому так, надевай. Надела? Да. Давай я посмотрю, и мы с ребятами посмотрим. Так, вот, ребята, смотрите. Вот у тебя пальчики здесь уже уперлись? Да. Уперлись. Пяточки уже уперлись, пальчики уже уперлись. Вот, но тапочек еще не готов. Видите его, сколько еще уваливать? Вот сколько по пятке. Видите? Вот здесь его надо увалять, чтобы у Маши ножка вот так стояла. Вот, ну, чуть-чуть. Но уваливать его не так много, но это кажется, что немного, потому что тапочек еще широковат Маше по объему. Видите, пальчик влезает. Так что еще нам валять и валять. Это маленький. Хорошо? Уже стала убирать в пакет и поняла, что вам не показала. Вот, просто убираете в пакет, выжимаете оттуда воздух. Одной рукой неудобно. Закручиваете пакетик вот так в пеленочку. И они у вас могут полежать в ванной комнате. Ну, не неделю, конечно, а то протухнут. Тапочки мои готовы. Вот. Они одинаковые, одинакового размера. Пожалуйста. Вот так и вот так. Теперь я тапочки буду катать в рулоне. Кладем вот так их и буду поворачивать каждый раз, прокатывая, ну, раз по 20, больше не буду. Полотенце сухое, катать неудобно. Поэтому я смачиваю. Так. Катать буду немного, потому что мы и так очень долго тапочками занимались. Так, ну поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20. 20 раз с одной стороны. Так, теперь переворачиваем наши тапочки. И будем катать 20 раз с этой стороны. Теперь тапочки катаем с этой стороны.
Вот тапочки вернулись к нам в исходное положение, в каком мы начинали с вами валять. Теперь делаем то же самое, только вот так. Закручиваем в рулон пупырки, закручиваем в полотенце. И валяем 20 раз. Так, порядок. Тапочки вернулись к нам в исходное положение. Войлок стал намного плотнее, прям чувствуется. Оглаживаем его со всех сторон. Так. Один тапочек. Второй тапочек. Рука уже входит у меня не так легко, как входила. Так. 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 Теперь тапочки будем валять вот в таком положении. Вот так. Складываем и валяем. Так. Закручиваем. И опять против часовой стрелки. Будем валять. Я буду валять. Я так валяю. Поехали. Так, переворачиваем. Закручиваем. Вот это называется Машенька валяние. Вот так валяют. Ты думала, быстро-быстро бабушка тапочки сделает, да? Хопс-хопс. Хопс-хопс, и все. Угу. Так, переворачиваем. Так. Катала. Да, я их так катала. Теперь здесь прокатываем. Катываем, прокатываем? Катаем, Маш, катаем. Это называется катать тапочки. Катать. Катать, да. Так. Так. Тут уже третий раз в этом положении, еще четвертый. Катаем, Марусенька, катаем. Раз. Так. Все, сейчас будет последний раз с этой стороны. Так, выравниваем. И отдыхать? Нет.
И переворачиваем их на другую сторону, Маруся. Здесь пришла моя внучка. Интересуется. Так. Ты решила у меня всю пупырку слопать, да? Да. Слопать решила всю пупырку? Да. Все лопанки перелопать. Все лопанки перелопать, да. Все равно сами лопанки нужны. Да, конечно. 20, да, Маруся? Так. Так, с этой стороны сделали. Теперь другая сторона. Переворачиваем. И теперь, видно, вот куда тапочки загибаются, этой стороной они и лежали. Теперь, Машунечка, все оглаживаем. Сгнали. Как следует. Ну, а как же? Ты их сгнала? Да, я их хвалю. Так, они у нас были вот так, теперь они у нас будут вот так. Да. Давай. Ну, разъединяй. Молодец. Нет, рукой туда не надо, надо в перчатках. Давай. Вот так. Сейчас огладим. Похвалим, какие они у нас хорошие, да? Ага. Вот. Выдержали такое испытание. Выдержали такое испытание, да, Маруся. Так. Так. Теперь вот так. Так. И теперь валяем точно так же с этой стороны. Ну, поменяем их местами. Вот так. Точно так же. Так проваливаем, переворачиваем, проваливаем 20 раз. Потом опять переворачиваем 20 раз. И еще раз переворачиваем 20 раз. Проваляли 20 раз. Переворачиваем. Поправляем. И опять валяем. Закручиваем, отодвигаем, закручиваем, проваляли 20 раз, раскручиваем. Переворачиваем, разглаживаем, поправляем. Закручиваем. Валяем. Раскручиваем. Переворачиваем.
еще 20 раз. Последний раз. 20 раз. 20. Вот наши тапочки вернулись в первоначальное положение. Теперь открываем, обрабатываем край. Обрабатываем тапочек весь. Оглаживаем его со всех сторон. Рука уже не помещается в тапочки. Валяние в рулоне уже усаживает тапочек, дает усадку. Так. Обрабатываем вырез. Видите, наша стелечка, о которой мы волновались, привалялась. Ее можно не пришивать. Она сама увалялась. Так, один тапочек. Теперь второй тапочек оглаживаем точно так же. У Маши ножка узкая, у моей внучки. Поэтому, ой, как носится. Поэтому тапочек узенький. Мерку же мы снимали с ее ноги. Здесь тоже стелечка привалялась. Вот чуть-чуть, видите, отстает, но еще в процессе она, возможно, приваляется. Не приваляется, я ее прихвачу ниточками и подваляю. Так, вот здесь у нас получились складочки. Это не очень хорошо. Но я не претендую на звание мастера. Я дилетант. Поэтому показываю, как валяет дилетант. Так. Гладим со всех сторон. Но войлок уже достаточно плотный. Видите, тапок держится. Никуда он не девается, не сгибается. Ну что, вот так, вот так. Так. Уплотняем тапки и смотрим, одинаковые. Ну вот я почти доваляла тапочек. Вот так он выглядит. Вот, почти довален тапочек. Я хочу примерить на ножку Маруси и посмотреть, как тапочек будет у нее на ноге. Вот я два тапочка сваляла. О, мы этот будем использовать. Так. Круто. Маруся, держи тапочек. Так. Снимал. Ну-ка покажи. Пяточку. Так. Немал? Невелик. Так, в длину мы тапочек уваляли. Ну, этого достаточно, потому что если Маша вдруг оденет носочек там, или босиком будет ведь. Маша, может быть, поуже их сделать или нет? Как ты считаешь, ножка вообще вот там вот гуляет? Ну, я думаю, что так и должно быть, чтобы ножка гуляла. Сейчас вот мысочек немножко подправлю. Нет, давить не должно, Марусь, не должно. Но ножка там должна быть в свободе. В свободе. Так, Женя, не мешай. Как вот тебе в этом тапочке, Маш? Попробуй, встань. Ну, Маша, я серьезно, как? Нормально. Все нормально, нигде не трет, нигде не тянет, да? Ну, давай, тапочек, молодец, умничка. Давай. Закончилась карта памяти, ребят, на этом. А, на другой камере. Хотела вам показать, попробую на этой показать. А, так, тапочек накладываем друг на друга и смотрим, одинаковые они или один меньше, второй больше. Здесь одинаково, здесь неудобно. Здесь одинаково.
здесь одинаково. Оба тапочка абсолютно одинаковые у нас получились. Вот, видите? Вот. Но я хочу еще с ними немножко поработать. Я хочу их прогреть. И еще немножко увалять. Не нравится мне вот эта вот апельсиновая корочка. Вот такая вот апельсиновая корочка. Мне не нравится. Я их прогрею, выверну наизнаночку и еще немножко подваляю. Ну, а пока вот в таком состоянии я тапочки могу положить в целлофановый пакетик. И они у меня полежат несколько часов, пока я... пока у меня не будет время их довалять. В принципе, они готовы. Они готовы. Вот я говорю, вот эта корка мне не нравится. Вот здесь войлок лучше получился. Поэтому я их выверну. И еще буду в вывернутом состоянии доводить до ума. Пока снимала видео на другую камеру, видео про валяние, закончилась карта памяти. Теперь придется снимать на другую камеру. Но это не важно. Вот наши тапочки, которые мы упаковали в целлофан. Они у меня отдохнули часа три. Вот. Теперь я буду их выполаскивать. Так они выглядят. Делаем воду не горячую, а теплую. Шоковой терапии для тапочек я делать не буду. Пока их выполаскиваем, они еще дадут небольшую усадку. Вода теплая. Так как я использовала фейри, их надо хорошенечко выполоскать. Вот так выполаскиваем тапочки. Ну, так их выполаскиваю я. Жамкаем руками. Это не валенки, сильно уваливать не надо. Вот такими вот движениями выполаскиваем. Перекатываем. Войлок неплохой получился, крепкий, несмотря на то, что мы брали с вами мало пряжи по весу. Не пряжи, а мало шерсти по весу. Пяточку выполаскиваем. Еще вот такими движениями. Выполаскиваем старательно, чтобы не осталось фейри, потому что я использовала фейри. Пока выполаскиваем, обрабатываем край. Уже можно без перчаток. Ну и также поглаживаем. Обрабатываем мысочек. Тапочки могут замахриться немножко. Ну, кто-то их бреет, я их брить не буду.
Они выглядят очень симпатично, когда лохматенькие. Маши подъем маленький, поэтому и мы так строили выкройку. Мы не измеряли вот этот объем, где подъем у Маши. Подъема большого у Маши нет, поэтому выкройку мы строили именно так. Второй тапочек выполаскиваем также. Я выполоскала тапочки Маши. Вот они получились одного размера. Здесь, здесь, здесь и здесь. Вот по длине и по ширине они одного размера. Они достаточно крепкие. Теперь колодки у меня нет. Ножки Машиной под рукой у меня тоже нет. Поэтому я возьму ее тапочки, набью бумагой. Тапочки, которые у меня есть дома. Вставлю тапочек, набитый бумагой, в целлофан. И вот эту всю конструкцию на нее надену тапочки. По-другому никак. И поставлю сушиться не на батарею, а просто при комнатной температуре. Вот, беру тапочек, комкаю газету, запихиваю сюда тщательно и натягиваю целлофановый пакет. Берем целлофановый пакет, заворачиваем тапочек. Да, конечно, газета немного ослабнет, но другого выхода я не вижу. Так, теперь моем руки от газеты обязательно, иначе они грязные, мы испачкаем наши тапочки. Вот берем наш тапочек, вставляем и натягиваем. По-другому никак, ребята. Нет у меня детской колодки. Так. Так. Вот заодно еще и проглаживаем. Сейчас еще немножечко поднатяну, как следует. Получше. И все будет отлично. Подтягиваем здесь пяточку. Вот так. Вот так. Вот так у нас сели с вами тапочки. Проглаживаем обязательно, потому что есть выемка с внутренней стороны. И она обязательно должна быть и у нас. Чтобы дети не кособочили тапочки. Ну, для детей, в принципе, это не столь важно. Вот так. Выемка. Это для взрослых важнее. Вот так. Вот так. Вот так тапочки у нас получились со стороны стопы. Вот так я их смогла натянуть с этой стороны. Ну, а теперь натяну точно так же второй тапочек. И будут у Маши вот такие теплые тапочки. Нога растет быстро. На следующий год сваляем еще тапочки. А то, может, еще и после лета. Газета выскакивает. Это, конечно, не очень удобно. Ну, ладно, ничего страшного. Вот. Вот так вот у нас с вами получилось. Потом уже покажу, когда они высохнут.
Ну вот, тапочки Маруси теперь стоят, сохнут в ванной комнате. Натянула. Ой, с трудом натянула. Все, пусть сохнут. Как только просохнут тапочки, буду украшать. Так, вот мои хорошие. Тапки у меня сохли 2 дня. Они уже высохли, потому что они тонкие. Я валяла легкие тапочки для Маруси. Легкие тапочки для Маруси. Вот такие они получились. Вот поближе войлок. Какой получился. Вот поближе. Ну, конечно, еще можно было бы подвалять. Вот стелечка, которая привалялась все-таки. Вот здесь получился небольшой огрех, но это не дырка. Здесь, в общем-то, все привалялось. Это, видимо, когда я тапочек набила газетой старой и вставляла вместо колодки, вот здесь вот так вот получилось. Надо было бы еще немножечко привалять. Ну, и тут я иголочкой я прибью. Вот. Вот такие тапочки. Вот такие тапочки получились. Ну, еще раз покажу. Войлок поближе. Какой он получился. Сейчас Маша придет, и мы эти тапочки примерим. Тапочки, в общем-то, одинаковые. Вот так вот меряем. Конечно, я не претендую на то, что я прям идеальный мастер. Вот, смотрим тапочки здесь. Нет, не идеальный. Я любитель, я дилетант. Я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что любой дилетант сваляет тапочки, если будет желание. Вот, теперь осталось украсить тапочки. Украсить, оформить красиво. И все, можно дарить Маше. А теперь хотела показать, насколько увалялись тапочки для Маши. Вот такой был шаблон. И вот тапочек для Маши. Какой получился. Видите? Вот настолько увалялся тапочек. Увалялась наша шерсть. Раскладку я сделала один раз с одной стороны и один раз с другой стороны. Для того, чтобы тапочки были легкие, дышащие. Ребенок чаще по квартире бегает босиком, чем в тапочках. Но вот в этих тапочках, я думаю, Маша будет любить бегать. Для взрослых все делается по-другому. Расчет по-другому. Измеряется обязательно объем, где впадина ноги. Измеряется, где пальцы. Измеряется длина стопы и построение выкройки. Я для взрослых тапочек делаю другое. Раскладку я тоже делаю другую. Расчет, коэффициент усадки. Я делаю для взрослых все по-другому. Ну, будут еще видео, когда я буду валять взрослые тапочки. И обязательно вам покажу, как я это делаю. Ну, кому будет интересно, смотрите. Кому нет, просто проходите мимо. Вот такие тапочки у меня получились. Вот так они выглядят, без украшения. Я их только что сняла с самодельной колодки, со старых тапочек своей внучки. Сейчас примерим. Табуретка не тебе. Табуретка для примерки тапок. Так. Ну как? Ой, в самый раз. Ну, великовато, это я слишком сильно их подтянула. Ну, попробуй, походи в них. Ну как? Только приходится все равно там пальчики подгинать, чтобы держались. А, все-таки приходится пальчики подгинать, чтобы держались. Ну что, значит, опять намочу, Маш. Значит, намочу, Машунь. Намочу и немножко усажу их. А то, если смотри, я не буду их кучковывать, то смотри. Да, они слетают. Вот, ребята, это именно то, о чем я вам говорила, что дети не любят, когда обувь велика. Так, Маш, дай я посмотрю, как они тебе по длине. Встань. Вот как следует, вот так вот одень их, как следует. Вот, замри. Вот, видите, насколько я... Но это я их растянула. Значит, буду опять мочить. Так, по длине с пятками. Ну, это нормально? Нормально стоишь? Вот, нормально. Вот, нормально стоит. По длине с пятками нормально. Ну, значит, буду усаживать немножко. Но уже просто буду чередовать... Нет, не буду ничего делать. Просто намочу.
Да, и сформирую по ноге, наверное. Ну, в общем, что буду делать, обязательно покажу. Вот, видите, велико. Причем намного велико, вот насколько. Ну, это из-за того, что я на тапочек одевала сверху. На тот тапочек, который... А, Маш, ну-ка, надень теперь вот этот тапочек. Так, встань ножкой. Вот, видите, а эти тапки, вот эти, они были... Вот эти тапки были внутри этих тапок. Видите, почему так получилось? Значит, будем мочить, потом опять сушить. Все, Машуня, спасибо тебе большое. Молодец. Вот один тапок я уваляла, подкатала немножечко. Сейчас Маня оденет, посмотрим. А покажу, как я это делала на другом тапке. Так, Маш, тапок не криви. Давай, залезай сюда. Так, ну как теперь? Отлично. Нет, встань, пожалуйста. Обязательно нужно стоять. Убери руки от пакета. Так, теперь как? Отлично. Лучше? Да. Вот так оставим? Да. То есть так нормально? Да. Хорошо. Все, мышонок, снимай. Вот так и оставим. Набивать не буду ничем, пускай сохнет тапочек. Вот так стоит. Просто намочила теплой водой и немножко покатала. Покажу на другом тапке. Я примерила тапочки на Марусю, и вот что получилось. Смотрите. Вот этот тапочек, вот такой вот, узенький, видите, вот такой. Он Маше как раз. Я по ней доваляла тапочек. А был вот такой тапочек. Посмотрите, какое сравнение. Видите? Вот, посмотрите. Мне надо исправить вот этот тапочек по Машиной ноге. Сделать его вот таким, практически без подъема. Посмотрите, какая разница. Видите? Видите, какая разница? Сейчас я доваляю вот этот тапочек, уменьшу, и он станет вот таким же узким, с малюсеньким подъемом. Ноги у всех разные. Тапочки я сушила на колодке. Ну, это не колодка была, набитый старый тапочек, я вам уже говорила, газетами. Сейчас будем исправлять. Просто берем и мочим. Вот эту часть не мочим, а мочим только вот эту часть в теплой воде. Вот, открываем и просто мочим. Вот вам видно. Тапочки водичку, ну, почти держат. Смотрите, видите, подкапывают. Но тапочки тонкие. Так что выливаем, мочим и будем уваливать. Я промакиваю только верх тапочка. Как следует. До того места, где мы приваливали язычок. Смочить надо хорошенько. Смачиваем под струей воды и вот так вот мнем. Пока войлок весь промокнет. Сейчас все покажу. Войлок я промочила, и я могу вот так сжать тапочек и лишнюю воду отжать. Убрать ее. И придавать, ну, как из пластилина, тапочку форму. Уваливать я буду вот этой трубочкой. Вот так вставляем, ну, и катаем. Пяточку не трогаем, а катаем только вот эту часть. Переворачивая. Уменьшаем. Делаем уже. Вот так прокатываем. Чтобы уменьшить, можно тапочек вот так потянуть. Аккуратно. Не затрагивая вот эту часть. Немножко поуваливаем. Перекатываем. И немного потянем. Вот так. Ну, что поделаешь, видите? Машиной ножки под рукой не было. Натянула на то, что было. И еще поваляем. Немного прижимаем.
Вот так, валяя и подтягивая тапочек, мы придали ему форму ноги моей внучки Маши. Ставим рядом, смотрим. Вот, смотрите. Они получились одинакового размера. Так, вот так. Вот так. Вот видно? Вот так. И вот так. Вот. Тапочки одинаковые. Теперь я на колодку их насаживать не буду. Они будут сохнуть вот так вот в естественном положении. Ну, нет у меня такой колодки, чтобы натянуть. Ну, я думаю, что с тапочками уже больше ничего не случится. Они сильно не усядут, они не растянутся, поэтому сушим вот в таком положении. В ванной комнате на решетке, не на батарее. Как только они высохнут, будем украшать.